Так, всем привет, меня зовут Андрей, небольшой анонсик, давно на канале не выкладывал никаких видео, да, и теперь начну, думаю, хоть раз в недельку обязательно будет, возможно, и чаще. И видео будет по Blender 2.9, наверное, да, в данный момент сейчас 2.9.1 есть, и буду о нем, в общем-то, рассказывать. Также будет пересекаться по 2.8.3 и 5 на текущий момент, также буду что-то упоминать о 3D Max и SketchUp, да, в общем, можно еще будет видео назвать для тех, кто в Максе. Да, потому что сам с него начинал и, в общем, пересел за Blender уже больше с 2010 года я использую его. Да? И в нашей серии уроков мы будем, в общем-то, строить интерьерчик. Да, сейчас у меня там есть текущий проект какой-то, но у нас все будет, ну, немножко проще. Да, мы будем делать одну комнату и моделировать все. Все как бы сами моделировать и текстурировать. Потом, как считаю, самой важной частью, да, в 3D это умение моделировать. Не умеете моделировать, вы никогда не получите качественный рендер. То есть моделирование наше все. Вот. И как бы начнем там со стен, да, то есть почему интерьер? Потому что как бы разобраться в моделировании на основе его, да, намного проще, потому что в принципе все интерьеры можно описать, грубо говоря, там плоскостью или кубом, да, то есть стены, по сути, кубы какие-то, да, там всякая наша корпусная мебель, опять же, да, можно делать, начинать ее из боксов, пол. Тоже боксы, одни боксы везде. Да, потом потихоньку как бы переберемся и будем чуть-чуть усложнять всякие там элементы. Опять же, моделирование штор. Расскажу о способах, как можно моделировать, как их симулировать и так далее. Там, цветочки, да, тоже как можно быстренько смоделировать, как их затекстурировать. Начнем рассматривать, что такое там UV mapping и так далее. То есть все элементы будем моделировать, да, и вы в комментариях пишите, возможно, у вас есть какие-то идеи или что бы вы хотели помоделировать, обязательно как бы откликнусь и, возможно, сделаю новый плейлист, где буду выкладывать уроки к моделькам, да, которые пожелаете вы. Также эти модели буду выкладывать на Sketchfab, где вы их сможете скачивать, да, то есть такая рубрика, да, моделим на заказ и записываем видео, при этом денег с вас не берем, вот, от вас только, в общем, лайки, да, мы будем моделировать, в общем, перейдем потом к мягкой мебели, да, моделирование ее чуть посложнее, часто уже будут использоваться различные там симуляции, вот, смоделируем также вот такой стульчик от Икеи, вот, и когда будем его моделировать, я также скажу и расскажу, как сделать и лоупольную модель, и как перепечь все эти текстуры, там поработаем с мармосетом, да, позапекаем именно в нем, то есть затекстурируем все это дело, перепечем, запечем карту нормалей, ну и остальные карты, которые там нам пригодятся. Также может там покажу, да, может в Иви, да, как быстренько сделать вот такой вот облет камерой, вот, и не тратить часы рендера, да, на все это действо. Вот, возможно, там, ну, все будет зависеть от ваших комментариев, что-то такое, да, там сделаем какие-то симуляции, вот, и так далее. Так что поехали, до встречи в следующем видео.